Майор Эван Лорн никогда не считал себя неудачником, ровно до тех пор, пока в канун Рождества, возвращаясь с подарками на Атлантиду, не попал на корабль «Улей», и теперь отстреливался от рейфов, забившись в угол. Патроны заканчивались, а рейфы нет. Эван понимал, что спасет его только чудо. Рация захрипела. «Майор!» — позвал голос Джона. «Мы уже в пути! Продержишься еще минут 20?» Эван оценил обстановку, количество врагов и честно ответил. «Нет, и продержится». «Печально. Тут слух прошел, что тебя собираются повысить. Ладно, станешь подполковником посмертно, а мы за тебя отомстим». Флегматично отозвался Шепард, и рация замолчала. Майор понял, что у него задергался глаз. «Умереть в Рождество и не услышать обращение подполковник Лорн?» «Никогда!» Оценив выражение лица человека, который покинул укрытие и пошел о них так, будто стал бессмертным, рейсы решили тактично отступить. И спустя 20 минут Эван сидел в кресле второго пилота-прыгуна и лениво рассматривал космический мусор. То, что осталось от Улья. «Какие только чудеса не сотворишь ради новых погон!» С уважением хмыкнул Шепард, направляя прыгун к ближайшим вратам.